представляем вашему вниманию очередной выпуск программы «Экономический календарь». Обзор основных новостей экономики на вторник, 3 января. Уже как четвертый день подряд рынки Японии закрыты в связи с праздниками. Однако другие мировые рынки постепенно возвращаются к работе. В 8:30 утра будут представлены данные по промышленному индексу PMI Швейцарии за декабрь. На протяжении последних трех месяцев мы наблюдаем рост индекса. В данный момент индекс находится на уровне двухлетнего максимума. В 8:55 утра будет представлен отчет по рынку труда Германии за декабрь. В ноябре уровень безработицы продолжил идти на снижение, покинув минимальный уровень, который был зафиксирован в октябре – 4,2%. В 9:30 утра будет представлен декабрьский промышленный индекс PMI Великобритании. В ноябре индекс снизился на 0,8 пунктов. В час дня по Гринвичу будут представлены очень важные данные. Предварительные данные Германии по индексу потребительских цен за декабрь. На протяжении последних двух месяцев годовой уровень инфляции находится на неизменном уровне – 0,8%. В 3 часам будет представлен промышленный индекс PMI Великобритании от ISM за декабрь. В ноябре был зафиксирован неожиданный рост индекса. Индекс достиг 5-месячного максимума. К этому времени также будут представлены данные США по расходам в строительном секторе за ноябрь. В октябре после двух месяцев снижения объем расходов остался неизменным. С вами была я, Селес Скиннер. Вы смотрели обзор новостей экономики на вторник, 3 января. Завтра мы представим вашему вниманию очередной выпуск экономического календаря на среду. До свидания.